Наклоните девушку и рукой поднимите ей одну ногу, а вторую ногу выбейте своей ногой. Сможете ли вы сохранить равновесие? Нет. Видишь, вот. Смотри, я на тебя. Да куда ж? Вот, давай вторую. Ага. Да ты прямо-то встань, что ты криво-то да. Стоишь, блядь. Вот моя нога. Да уйди! Ты, сука, ты нахуй! Меня на пол ударь! Ну-ка дай-ка мне! Чё, монгол, реально, что ли, Станька решил это расписаться, короче, не балаболишь там? А чё? А кольцо-то хоть это, там, натуральное. Бриллиантовое? Да, там с бриллиантом нормально, кольцо праздничное. Такое белое золото. И как ты на это, интересно, решился? Чё, ты долго не женился? А, нет, сколько лет, да сколько лет можешь бабулём ходить, ёлки, потом вот, при месте и жена, и всё, и можешь остановиться. Пить бросил, квартира есть. Че, почему не жена? Конечно, квартира есть. Так что, ну так. Что, жди тогда в гости, на свадьбе. Ну а свадьба обязательно будет 100%. Кстати, у меня же 6-го днюха, короче, Танюхе привет большой. И передай, короче, чтобы вы вместе приходили 6-го на тортик. Обязательно. Чаек попьем, посидим. А торт-то не ем, елки-палки, ну что, подумаем? Нет, ну я же готовить, чтобы свадьбу там хуять. Шашлык, может, как будет? Стол на где, дома?